Так, привет. Всякие новости по крипте выходят, в основном ничего интересного, нечего записывать. Ничего нового не происходит особо интересного. Ну, так, что интересно, это то, что вчера Банк Индии, который вообще криптовалюту запрещал, они создали специальный отдел, который будет изучением этих всех возможностей заниматься и, возможно, частично разрешат. Ну еще что такого интересного было? В основном все, короче, фигня полная, что происходит. Мадуро вот призывает Петра коины использовать активнее. Газпром, S7 и Альфа-банк создали блокчейн-платформу, которая позволяет заправлять самолеты прямо расплачиваясь непосредственно при заправке. Смарт-контрактами там какими-то, в общем, на базе блокчейна. Ну, самое что интересное, это Yahoo Finance. Ну, Yahoo Finance и вообще портал Yahoo, это там, ну, старейший IT-гигант, который когда-то был очень огромным, был монополистом практически, но потом он стал все слабее и слабее, и потом в итоге его Microsoft купили за недорого. Его до этого гораздо дороже, там и Google еще кто-то пытались покупать. Году в 7 или 8 купили Microsoft, и тут собраны финансовые новости различные, статьи, и в общем это один из самых ведущих финансовых порталов для США. Я сам лично, когда торговал на различных биржах, в основном на московской бирже, когда еще на РТС, то в 2006-2007 году я сюда заходил, чтобы смотреть, как до этого закрылась Америка, как до этого закрывались там нефть и различные вот рынки, которые влияют на Россию. Тут можно посмотреть коммодитис различные, как отторговались там и нефть, и в общем, с некоторых пор сюда добавили криптовалюты. Вот что о чем, собственно, я хочу и поговорить. Ну, абсолютно недавно их добавили, и тут представлено их немного. По какому принципу они их сюда добавляют, никому не известно. Но фишка вся в том, что на Yahoo Finance можно через API подключить брокера и прямо отсюда заключать сделки. То есть, если, допустим, там, я не знаю, Apple там на страничку, где представлены данные компании Apple, зайти, тут график, можно его в нормальном виде посмотреть, не только в таком. Тут капитализация. Блять, не то совсем открыл. Капитализация, тут ПЕ, ЕПС, ну это вот за сколько годовых прибылей торгуется компания, то есть капитализация разделить на чистую прибыль, ЕПС это прибыль на акцию, ну и различные показатели, представленные компанией. И тут есть возможность покупать прямо с Yahoo Finance, то есть тут можно даже свой собственный портфель вести акции, по нему анализ проводить. И тут в том числе можно и расписки на российские акции покупать. Можно даже, например, которая тут правильно, это вот это вот Газпром посмотреть и расписку купить. То есть Газпром сейчас вот столько стоит, торгуется всего за 2 чистых прибыли. Можно аналогичную американскую компанию посмотреть, ExxonMobil. ExxonMobil стоит гораздо дороже Газпрома и торгуется аж за 16. Капитализация ExxonMobil составляет 16 чистых прибылей. То есть за 16 лет ExxonMobil заработает деньги с такие, сколько она стоит, а Газпром всего за 2 года эти деньги зарабатывает. 8 раз Газпром недооценен, да, по этому показателю. Ну, вот тут можно покупать, да. То есть тут оно спрашивает присоединить ваш аккаунт брокера к сайту, да, нажимаете да, и тут выбираете брокеров. Ну тут ведущие брокеры, это вот Fidelity, это такая есть программка,
WellSlab, они вот партнеры их, ну, у трейдеров очень известные, TradeStation, ну, это кто давным-давно на рынке знает эту Omega Research программу, или как она называется, вот их Interactive Brokers, и вот Coinbase, да, и вот если зайти криптовалюты, то с сегодняшнего дня добавили для биткоин USD. Закрываю. Потом лайткоин и эфир добавили возможность покупать прямо с сайта. То есть вот тут buy и sell кнопочки есть. И если вы нажмете buy или sell, то и вы авторизованы на Яхе. Что там ничего не скрывается. То оно спрашивает, присоединить американского вашего брокера, чтобы осуществлять торговые операции. Если вы говорите, может, позже, то это все дело тогда убирается. Но если говорите присоединить, да, то вам предлагают брокеров. Ну вот, можете Coinbase выбрать, например, где можно покупать, продавать. И разрешить доступ Yahoo Finance к Coinbase. И тогда вы сможете прямо вот отсюда совершать операции по покупке, по продаже. С сегодняшнего дня биткоин, лайткоин и эфир. Остального пока нету. На любую можно зайти, вот Ripple, да. Если я открою Ripple, то тут нету кнопочки купить или продать. Тут просто показатели какие-то Ripple, а кнопочки купить-продать нету. И также вообще никаких монеток нету, вот только три. Но даже то, что всего три монетки, да, основных добавлено, биткоин, лайткоин и эфир, ну, это очень хорошо, очень позитивно. Наверное, рынок еще не понимает, что это очень позитивно. Ну, это очень хорошо, потому что сейчас и на всем Yahoo Finance, если какая-то речь идет в статье о криптовалютах, там ссылки на вот эту страничку с биткоином или там с любой другой криптовалютой. И вот в случае с тремя вот этими криптовалютами, которые Yahoo Finance посчитали ведущими, они вот добавили возможность авторизовать портал Yahoo Finance у брокера. Ну, вот для криптовалют, видимо, скорее всего, тут Coinbase только. И, соответственно, прямо на сайте осуществлять продажи или покупки криптовалют. В общем, считаю, новость это позитивная, распространяйте. Может быть, это приведет наконец-то к какому-то росту неплохому. Хотелось бы надеяться. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.